Привет! Как дела? Хорошо? Я надеюсь, что у тебя все хорошо. У меня все прекрасно. Тема сегодня – животные и страны. Тема сегодня – животные и страны. Это сувениры. Сувениры. Это собака из Германии. Это собака. Это жираф из Германии. Это жираф. Это олень из Германии. Это олень. Это кенгуру из Германии. Кенгуру. Это кенгуру. Это пингвин из Англии, из университета Уорик. Пингвин из Англии. Пингвин. Пингвин – это птица. Это лягушка. Лягушка. Лягушка из Испании. Это лягушка. Лягушка. Это лама. Лама из Перу. Это лама из Перу. Это тоже лама из Перу. Это сова из Германии. Это сова из Германии. Сова. Это птица. Это тоже сова. Это сова из России. Это сова из России. Еще сова из России. Это большая птица из России. Это снегирь. Снегирь. Это птица. Эта птица тоже из России. Эта птица тоже из России. Это утка. Это утка. Это тоже утка, тоже птица, это тоже птица, это тоже утка. Это утка из Албании, из Албании. Это курица из Голландии, это курица из Голландии, из Амстердама, из Голландии. Еще у меня есть рыбы. Это рыбы. Рыбы из Англии. Какие животные есть у вас? У вас есть сова, жираф или лягушка? Может быть, у вас есть собака? Напишите в комментариях, какие у вас есть животные. Пока!